Погодные условия, к сожалению, будут ухудшаться. Если сегодня, в принципе, погода спокойная, то завтра практически целый день будет идти дождь. Причем он начнется при минусовой температуре. Потом ближе к середине дня температура будет плюсовая. Ну и интенсивность осадков будет увеличиваться. И, соответственно, к вечеру, опять же, температура будет уходить на минус, и осадки будут потихоньку уменьшаться. Конечно же, обратить внимание и детей, и пожилых людей на то, чтобы очень осторожно ходить по тротуарам, хотя у нас дорожки пешеходные просыпаны песком и солью, и, в принципе, сегодня можно спокойно ходить, но учитывая, что при минусовой температуре может образовываться корочка льда, и даже при наличии посыпочного материала на твердой поверхности тротуара все равно она будет образовываться. Надо быть очень осторожными. Конечно же, желательно ограничить движение автомобилистов. Единственная большая просьба — соблюдать скоростной режим и, соответственно, уменьшится риск попадания в различные ДТП. Интенсивность осадка будет такова, что, возможно, где-то будут, конечно же, и лужи, и при проезде этих луж надо соблюдать тоже осторожность, чтобы не попасть ни в какую непредвиденную ситуацию. Хочу сказать, что городские службы будут работать круглосуточно. Соответственно, наши городские дороги будут обслуживать дождеприемники для того, чтобы они максимально быстро принимали ливневые воды. Соответственно, дворники будут осуществлять посыпку антигололедными материалами практически целый день. Но, однако, в любом случае надо соблюдать осторожность для того, чтобы предотвратить различные неприятные ситуации.